Эта женщина погружает сердце Рея еще глубже во тьму. Я вижу, что и Томаса тянет к этому суккубу. Зачем мы приехали сюда? Я умолял их скорее уйти, но братья поддались проклятию зова Хуареса. Они хотят не только золото. Они хотят ее. Меня дрожь пробирает, когда я вижу, как Рей на нее смотрит. И хотя Томас еще не показывал своих чувств, я вижу, как смотрит на него она. Боюсь, тут случится то же, что и в Арканзасе. Скажи мне, когда будешь готов. Мендоса ждет нас. Время есть. Не здесь. Бей его! Ugh.
Давай! Ты ранен? Ты ранен? Ты и так радеешь за казенный скот, что готов умереть за него, Гринго! Защищайся!
О! Недотёпа! Yeah.
черт возьми! Охотишься за магией. Они здесь! Идите сюда! Кто такие эти ублюдки? Почему еще? Подкрепление! Можешь гордиться собой, Гринго! Никому еще не удавалось подобраться ко мне так близко. Жаль, что никто не узнает. Ты догнал меня, но тебе не под силу убить меня.
отпустила! О, нет, надо уходить отсюда! Это же ужасно! Бить будем или платить? Нет! Надо уходить! На колени! Бей его! О, черт! Черт!
там еще живы? Убейте! Тебе конец! Эй, Гринго! Теперь мы один на один! Ты не умеешь вовремя остановиться. Думаешь, что ты вправе красть и убивать? Из-за пендехо вроде тебя и Перейро люди здесь прозябают в такой бедности. Твой час настал. Пора рассчитаться. Oh!
Ну? Мы теперь партнеры, Хуан. Пошли. Амигос, как я рад видеть вас. Спасибо, что разобрались с Девлином. Он был опасным человеком. Ты за этим позвал нас? Спасибо сказать? Затем, чтобы доказать, что я человек слова. Вскоре вы получите награду за труды. Думаешь, сокровище где-то у Девлина в копях? Нет, если пойдем по стопам Девлина, искать придется 300 лет. Я знаю способ получше. Друзья мои, хочу вас познакомить. Это Орлиный Глаз. Ему нужны ружья. И мы поможем ему найти их. Какое отношение это имеет к сокровищам ацтеков? У Апачи есть медальон. Медальон? Си, эль медальон. Конкистадор, зарывший сокровище, создал ключ. Медальон из меди. По легенде, он спрятал медальон на севере. И больше о нем никто не слышал. До этого дня. Мексиканский жрец отдал нам этот медальон в обмен на жизнь. В нем великая сила, что укажет, где лежит сокровище. Так почему вы сами не найдете сокровище? Вы бы тогда могли купить целый арсенал. Сокровища прокляты и принесли много бед моему народу, апачам. С каких это пор у апачей голубые глаза? Моя мать была белой, но мой отец — быстрая река, верховный вождь апачей. Я не бледнолицый пес. Амиго, тише. Мы твои друзья. Я жду вашего решения 3 дня. Где же ты возьмешь ружье? Ему нужны сотни. А он отличит ружье от метлы. Итак, мы направились в пустынные края Южной Аризоны. Нашей целью был торговец оружием, обещавший продать Хуаресу ружье. Хуарес привез с собой эту девицу, но держал ее при себе. Рэй не отводил от нее взгляд. Я часто говорил с Орлиным Глазом. Ему было очень любопытно то, как живут белые. А я с восторгом слушал о его жизни среди дикарей. Мы разбили лагерь в предгорьях возле Туксона, и Хуарес один пошел на переговоры с торговцем оружия. Когда он вернулся, все изменилось. Наша задача усложняется, господа. Торговец оружием не явился? Да, он там, в тюрьме. Пинкертоны давно разыскивали его, и вот, наконец, сцапали. Пинкертоны? Ха, похоже, этот твой друг крупная фигура. Оружие конфисковали? Больше 300 винтовок. Что теперь? А теперь мы их конфискуем.
Один? Где же твои братья, Рэй? А зачем они нам нужны? Не нужны. Хочешь прогуляться? Я собираюсь пойти за водой. Да, самый маленький ручеек в Аризоне таит в себе опасность. Вдруг огромная змея заползет тебе под юбку. Огромная? Тебе надо улыбаться почаще. Я бы улыбался, будь у меня повод. А если я придумаю для тебя повод? Я мог бы защищать тебя. Правда? Да. Я добуду для тебя все, что ты хочешь. А чего, по-твоему, я хочу? Медальон. Уведешь его у Хуарза? Я могу увести что угодно и кого угодно. И ты сделаешь это для меня? Я сделаю это для нас.